Ну, вот один фрагмент нарт поставил на струбцины и приклеил рейки и ячейки вот этим клеем. Универсальный ПВА минус 30 выдерживает, вроде написано. Но он не загустел, были морозы до 25 здесь. Посмотрим, что получится. Не ставил я шпунты эти деревянные. Посмотрим. Завтра, пусть сутки постоит, вот этот будет ждать своего часа. Не нравится мне, что я сделал это из фанеры. Но первый блин, посмотрел, как оно, что делается. Завтра, если схватится, посмотрю. Потом буду их вторую делать и женить, соединять, вернее. Рисунок получился нормально, показывал я на перопринтере. Все-таки я вручную доводил, потому что насосне выжигать, объяснял, уже говорил, тяжело. Вот эти годичные зимние темные места, они смолистые, и просто проскакивает жало перопринтера, не выжигает. Приходится вручную добивать рисунок. Вот жду лазер, попробуем, как будет лазерный принтер работать. Сейчас несколько слов теперь об этом расскажу, о гриндере.